В воскресенье в Самарской области небо будет пасмурным. Местами пройдет небольшой дождь и снег. Температура воздуха днем плюс 1, плюс 4 градуса, ночью 0, минус 2. Ветер преимущественно западного направления, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани пасмурно, небольшой дождь. Днем плюс 3, ночью минус 2 градуса. Западный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти пасмурное небо, небольшой дождь и снег. Температура воздуха днем плюс 2, ночью 4 градуса ниже 0. Ветер западный 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет небольшой дождь и снег. Днем плюс 3 градуса, ночью минус 1. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 57%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.